Астана стала идеальной площадкой для переговоров по Сирии. Именно в столице Казахстана было принято решение о создании зоны деэскалации в стране, охваченной военным конфликтом. Теперь для дальнейшего продвижения переговорного процесса необходимо стремление всех его участников к установлению мира в Арабской Республике. Так считает российский военный эксперт Владимир Евсеев. Казахстан, я считаю, является идеальным посредником, потому что не имеет проблем с теми государствами, вовлеченными в конфликт. Казахстан не является выразителем, не занимает одну из сторон в этом конфликте. Он предоставил место, создал атмосферу, благожелательную для проведения переговоров. В том, что была такая площадка создана, большая личная роль Нурсултана Абишевича Назарбаева. Но для того, чтобы процесс достиг успеха, здесь нужно усилие тех сторон, которые вовлечены в конфликт. Они даже сами готовы к компромиссу.